Поступил аппаратик G2400. И проблема. Трубопровод. Отсутствовал черное чернило. Вот видите, уже появилось. Как элементарно решить эту задачу? Ничего не нужно механически делать. Видите, гоняем сейчас черный листочек. Открываем программу. Делаем черный лист, 100% заливочка. И в драйвере нужно обязательно указать качество печати. Качество печати вот в разделе «Быстрая установка». Видите, тут стоит стандарт. Мы выбираем высокое качество. Тогда черное чернило нагнетается под давлением печатающую головку и тем самым выдавливает воздух. То есть я не делал никаких прокачек, ничего. Просто элементарно драйвером указал качество высокое. Смотрите. Заливочка отличная, воздух ушел. Сейчас еще листочков 10-15 погоняем. И все, вопрос закрылся.